Будь колодцы! Иван Степанович, вы не могли бы прикрыть свое нижнее белье? Ух ты, я извиняюсь, это я по привычке. Я шокировал вас сильно. Да идите уже, Иван Степанович! Прошу прощения, я просто включать свет и спать, я прав? Прав я? Да, я сосед ваш новый. Сосед? Да. Как будто сосед не может быть алкаш. Это да. Веня, что ты стоишь? Возьми сумки у матери. Мне кто-нибудь поможет в этом доме? Мама. Академик. Иди отсюда, сосед. Вот это я это. Опростоволосился сильно. Это я. А как? Ты что, это как мы... Ты... На! Вот! Че? Женек, молодец. Смотри, что она тебе отвечает. Что, больше другой темы нет? 13 лет про мальчиков расспрашивать. Правда, Олюх, тебе надо уже про собес разговаривать, а не про мальчиков. Что-то... Давайте я заплачу. Да вы что? Ольга Николаевна, вы что? Как вы могли подумать, чтобы я, Иван Будько, вот так вот разрешил женщине за столом за меня заплатить? Да не в жизнь! На, Олюх, расплачивайся. Ты что, олигархом заделался? Да я тебя умоляю, ну. Ваня, я обычный депутат городской думы. А я и говорю, олигарх. Что? Спокойно. Включаю геолокатор. Вот туда, пошли. Со мной не пропадешь. Я тебе говорил, что я в армии лучше был. По движению по картам. Раз у нас с бабой Валей премьера на телевидении, это ж надо обмыть. Нет, Ваня, нет. А я тебе не предлагаю, а мы женьком выпьем. Ты что, сдурел? Валя, у тебя с юмором все нормально? Ты шутки вообще не понимаешь? Я не буду, Женька, выйди. Ой, Ваня, он же сейчас его убьет. Нашелся хоть один добрый человек. Да ты что, что-то надо делать. Радоваться надо, Анатольевич. Еще вчера ты был всего лишь недоразумение, а сегодня ты уже пустое место. Прогресс на лицо. Давай спать, Анатольевич. Между прочим, с 86-го года в отпуске не был. Так это потому, что ты тунеядец с 86-го года нигде не работаешь.